Это медаль времен Александра II. Это медаль за среднеазиатские походы. Награда Российской империи появилась в музее ЮРГУ. Ко дню рождения вуза для студентов, преподавателей и выпускников открыли музейно-выставочный комплекс. Здесь можно узнать, как развивался Урал в 17-19 веке. У нас есть прямо эксклюзивные вещи, которых больше нет нигде у нас в регионе. Они не представлены в экспозициях. И мы вот с удовольствием продемонстрируем ребятам. Для будущих юристов сделали отдельный подарок. Заниматься они теперь будут в новом мультимедийном кабинете. Отсюда можно транслировать лекции и практические занятия в вузы по всему миру. Здесь будут проходить лекционные занятия, здесь будут проходить заседания диссертационного совета, здесь будут проходить конференции, здесь будут проходить различные форумы. И мы надеемся, что эта аудитория станет не просто аудиторией, а началом такого большого общественного, образовательного, политического и гражданского проекта. В день рождения вуза не забыли и о выдающихся преподавателях. Галерея скульптур ученых пополнилась бюстом Игоря Баева. Он проработал в ЮРГУ полвека. За это время написал сотни экономических статей, попавших в престижные журналы мира. Стал автором учебника, вошедшего в список 300 лучших изданий. Главное – это люди. Если люди не будут гореть, если они не будут ставить большие задачи, а задачи нужно ставить большие, если они не будут над этими задачами работать, формировать коллективы, то ничего достичь невозможно. В этом году ЮРГУ вошел в рейтинг 15 вузов страны по публикациям в престижных научных журналах. Специалисты вуза вышли и на новый уровень в области космической отрасли. Ученые создали двигатель для полностью возвращаемой ракеты. Ксения Шитлина, Роман Поротиков, 31 канал.